Расшевелить молодежь и привлечь к политической жизни в Сургуте пытались давно. Были и соответствующий совет при главе города, и другие форматы взаимодействия. О результативности этих проектов лучше рассудят историки будущего. Нынешний совещательный орган, молодежную палату, создали на базе Сургутской думы. Площадки для горячего обсуждения острых вопросов. Как говорится, лучше и не придумаешь. Самое главное, наверное, что вы теперь имеете возможность доносить чаяния тех людей вашего поколения через вот такой орган. Всегда вот эти вот общественные организации, которые создаются у нас по жизни в течение вот определенного истории нашего государства, я считаю, что это очень правильное решение, когда мы слышим в обществе разных людей. Создание в Сургуте молодежной палаты обусловлено общим окружным трендом. Аналогичные проекты должны быть реализованы во всех муниципалитетах. На новый опыт работы надеются и местные депутаты. Все в ваших руках. Действуйте, дерзайте, достигайте. Главное, верьте в себя. Ну, а наша помощь вам обеспечена. На первое заседание молодежной палаты приехали депутаты разных уровней власти. Тем самым была заявлена заинтересованность в сотрудничестве. Если Сургутская палата органично вольется в вертикальную систему взаимодействия парламентариев, то местная инициативная молодежь получит возможность кардинально менять жизнь нашего города. Именно такой смелости и ждут от начинающих политиков старшие братья по цеху. Молодые люди, они всегда... Их представление о том, как должна быть устроена жизнь, всегда очень близко к идеалу. И это хорошо, потому что все, что мы делаем, должно быть так, как оно должно быть. То есть близко-близко к идеалу. Вы это видите. И вы пока еще не знаете ту кучу препятствий, которые уже узнали мы. К вам этот опыт придет потом, пусть как можно позже. Первое заседание носило организационный характер. Молодежь определилась с аппаратом управления палаты. Председателем единодушно избрали Юрия Стрельца. Нам предстоит серьезная, увлекательная работа, близкая нам по духу, по умениям. Мы в соответствии с компетенцией молодежной палаты будем помогать депутатам решать вопросы, связанные непосредственно с молодежью. На заседании озвучили основные направления работы. Члены палаты разработают параметры оценки молодежной политики, оценят городскую инфраструктуру, определят предложения по образовательным проектам. Дмитрий Подлесной, Анатолий Метельченко, Сургут Интерновости.